вышел в свет мультимедиа-диск «Алиса в музыкальной стране». Речь в нем пойдет о мире, где кто-то перепутал все музыкальные произведения. Единственное, что осталось нетронутым – старая музыкальная энциклопедия да короткие уцелевшие кусочки музыки. Блуждая по фантастическому дворцу, вам предстоит найти 9 комнат, в них вы услышите странную музыку. А в каждом фрагменте звучат до неузнаваемости измененные мелодии знаменитых композиторов. Ваша задача – разгадать, какие именно мелодии каких композиторов звучали. Для отгадки можно использовать интерактивную музыкальную энциклопедию, в которой находится вся необходимая информация. Нужно только внимательно читать и слушать маленькие фрагменты музыки. В энциклопедии они и являются отгадками. Персонажи в комнатах также не случайны. Все они могут навести вас на правильный ответ. По сегодняшним меркам аппаратные требования не очень велики. Это 486-й процессор с частотой 66 МГц, 8 МБ оперативной памяти, 4-скоростной CD-ROM и звуковая карта Sound Blaster. We'll be right back.